совсем. Вчера мы спа делали скамейки. Сегодня будем, ну, типа спа делать кироуцы. Ну, в принципе, нормально. Хотя можно было бы и получше. Все. Теперь можно жить. Пришлось идти вот сюда, на Шелку. Там в терминале все души закрыты. Ничего не работает. Оп-оп-оп-оп. Давайте-ка мы быстренько это дело перебежим, пока никого нет. Поэтому вот ходил на Шелку мыться. Хотел туда вот. Там с 8. А на Шелке душ работает. Думал сначала на ту бипишку пойти. Ну, вчера. На которой там рядом заезжал, заправлялся. Но вечером ходил кушать, а там, получается, что-то разрыли. Надо по болоту идти там. Тапки грязные, там можно и на шпагат сесть. В грязь аккуратненько. Поэтому вот по асфальтику сходил на Шелочку. Все. Супер. Сейчас уже где-то в районе 7:30. Экспедиция уже полчаса назад начала работать. Пойдем забирать документы, пойдем в таможню, будем растамаживаться. Ну и дальше все по плану. Вон наша кормилица. Еще одна эсочка. Здесь более такой бордовый цвет, красный. Насыщенный бордовым. А нет, это не эсочка, это эрочка 450. Сдалека кажется, как будто эска. Ой, что-то солнце припекает. Что тут, все нормально у нас? Вот, душевая открылась. А я сегодня не пошел, не посмотрел. Вчера вечером не работала. Вон там та будочка. Вот та. Оказывается, открыта. А я, ну вот я сегодня вставал в 7 утра. Ну, выходил туда мыться. Она была еще закрыта. И вечером вчера была закрыта. Видно, только приехали. Ну ладно, что делать. Сходил уже. Мы будем знать теперь. По ночам тоже не работает. Ну, людей сейчас мало. Эти заправки, которые вокруг понастроили со стоянками. Клиентуры им не добавляют, скажем так. Все. Развешиваем сушиться. Полотенца, все дела. И погнали в цирк на растаможку за документами. Так, братцы, все, мы растаможились. Вот взяли 5 новых ремней с большими трещотками, крепкими, надеюсь. Как и говорил, что замена, менять ремни надо постепенно. Ну и вот купили ящик ЭДР. Шеф сказал, что будет оформлять документы, чтобы мы могли возить опасные грузы. Ну, надо же с чего-то начинать, поэтому вот начинаем с ящика. Это, конечно, далеко не полный комплект. Что у нас тут ходит? Здесь это лопатка, не искрящаяся, перчатки, жилетка, очки, жидкость для промывания глаз. Где-то я тут смотрел, годно до мая 22 года. Нарик какой-то, а фонарик специальный, респиратор, у него годность, по-моему, где-то я видел до 25-24 года, а вот до 10-24 года.
Ну и этот магнитный коврик. Еще много чего надо докомплектовать, конечно. Еще тут. Тут целый список. АДР возить — это тоже штука интересная. Все транспортники твои. О, куда его везешь? Все на тебя кидаются сразу. С опасником. Да, еще для комплектности много чего нужно. Ну вот начало положено. Сейчас надо это все как-то только в ящик укомплектовать, потому что в палетник боюсь ложить новое. Жалко. Вот. Маша там пока форматируется у нас. Обновляется будет. Молодая станет. Отдал ее на переустановку программы 2020 года. И все. И сейчас это все слаживаем. Пойду Машу заберу. И можно двигать. Наконец-то. Ой. Так. Так, заполняем дозвол. Ставим печать. А, у меня уже здесь печать стоит. Странно. Все, все купил. АДР купил себе. Кореш попросил. Говорит, разрешение на АДР есть, а с комплекта нету. Так, дозвол немецкий заполнил. Тут ничего сложного. Фамилия. Номер машины прицепа. О, в лес уже, видите? Как этот? Дата въезда, номер. Где грузился, где выгружаться и подпись. В общем, тут все элементарно и просто. Ё-моё. Чернила залез. С этой печатью. Время уже без 10:11 местного. С учетом того, что встал я в 5 утра. Пока вот все дела, пока видео, пока. Помыться, пока растаможиться. Пока с этими всеми покупками тут. Все ж надо согласовать, фот снять, отослать, показать. Ой, кошмар. Эта бумажка нам не нужная. Вот, все. Машку отформатировал уже. Все, молодая сейчас стала. Где мои ключи от машины? Все, заводимся. Воздух, ты сошел даже. Забиваем адрес выгрузки и полетели. Получается, въезд 3 злотых, и каждый час потом 2 злотых. А я думал еще по-старому.
злотых, и каждый час один злотый. Больше я сюда не поеду. Во, на Шелке вот здесь, вот, или туда на Бипишку. Лучше всего здесь на Шелке стал и стой. Бесплатно. Чем здесь за такие деньги стоять? 33 злотых. Маленькая летит справа, сейчас пропустим. Я думал, как по-старому все осталось. Думаю, ну тут двадцатка злотых. Ну как бы я тут 14 часов тут стоял, 15 даже почти. Тут двадцатка злотых, бог с ним, это нормально. Тут 33. Нет, последний раз я здесь стоял. Все дорожает. Душ 10 злотых уже. Что там на Бипишке, что здесь, я спрашивал. Видите, еще полгода назад евро был 4,2 злота, а сейчас уже 4,4. Ладно. Будем знать. Больше я здесь стоять не буду. Так, все, дозвол заполнил. Прибор горит зеленым. Ну, груз мы, соответственно, растаможили. 1300 километров до разгрузки. Сегодня четверг. ДПС работает. И он еще. Ой, они тут под каждым кустом. Смотрите, как рыбы. Как опята. Ну, а следующее. Наша служба опасна и трудна. Покатили Германию. Берлин. Берлин обходим, по девятке вниз на Нюрнберг, по шестерке туда в сторону Франкфурта на Майне, до пятерки, потом по пятерке, а дальше там потом расскажу. На сегодня все, дальше мы уже сегодня не заедем, я даже до пятерки сегодня, наверное, не дойду. И так, и во-первых, поздно выехал. Обновленная Маша. Видите, даже голос стал моложе такой. Сразу такая свеженькая. Так, ну и как тут на границе? Вот поляки, видите, на въезд. Немцы остановили погранцы. Что-то проверяют. Есть какие заслоны? Нет, у меня, смотрю, на въезд в Польшу как все ехали, так и едут. Готовьтесь через 1 километр двигаться прямо. А на въезд в Германию? На въезд в Германию вообще никого. На въезд в Польшу вон погранцы стоят? На Германию никого нету. Гуд. Погнали. Значит. Форсируем удар. И вперед на Берлин. Через 300 метров продолжается движение.
часа отъехать. Вы превышаете допустимую скорость. Добро. Не буду превышать. Я 60 не еду, 75. Так, пока сзади никого, пойдем 85. Как только нас догонят, пойдем 90, потому что, ну, естественно, до Берлинской объездной. До Берлинской объездной обгон грузовикам запрещен. Все говорят, обгон, обгон, какой же это обгон? Ну, опережение грузовиков запрещено. Ну, проще-то сказать, обгон. Вот, смотрите, прямой. Не габаритов загрузили. И вот мы уже. И вот мы уже в кого-то упираемся, в какую-то бочку. Здесь с обгоном шалить не будем, однозначно. Долго. Может, груженая просто бочка под горочку садится. Сейчас дальше поедет. Посмотрим. Вперед. В Германии, да, вообще уже не помню, когда последний раз был. Когда я сюда ездил? Ой, давно. Еще, наверное, в прошлом году. Тут все там что-то Италии какие-то, Австрии всякие. По Германии давненько не был. Видите, вот что изменилось. Вот шведская подорожала, мойки подорожали. Да и в магазинах, я бы сказал, не сказал бы, что дешево. Заходишь, вот я даже сходил, там того всего взял, мне как ценник, как выдали, озвучивать не буду. Боюсь, опять волосы дымом станут на голове. Думаю, нифига себе, сходил за хлебушком. Съезд Франкфурт-Одер-Вест, Франкфурт-Одер-Запад. GoPro, стоп-видео. Вы смотрите, какой поток идет на Польшу. Просто сплошной. Такое ощущение, что они там все стояли. Видите, что делается? Может, и стояли что-нибудь там? Что-то перекрыто было. Обалдеть. Это все-все валит в Польшу. Вся вот эта масса, лавина грузовиков. Впереди едет о том, что там может коллегу собрать. Это я только нервничаю постоянно, что я мешаю ехать. Наверное, надо перестать нервничать. Нервные клетки не восстанавливаются. Кукурузу немцы выращивают. Сегодня тоже еще тут. Но сегодня, говорю, доехать, я не знаю. Ну, где-то на шестерку. На шестерке будем ночевать. Так, по планам. Но сегодня еще надо и немецкие магазины посетить. Там вонючку немецкую купить. Вот что вот Миша покупал. Вот такая вот, что у нас вон стоит. Надо ее заменить, там уже нет никто. Надо поставить себе новенькую. Ее надо очень надолго хватило. Она, конечно, денег стоит. Я думаю, за десятку она уже стоит евро. Но она того стоит. Вот. Кредитодорожной работы Даша говорит. Посмотрим. Как бы спешить все равно некуда. Все, выгрузка на понедельник уже согласована с экспедитором.
1300, где-то не доезжая Леона, мы будем стоять. Это, конечно, не есть супер very well стоять во Франции, но никуда не денешься. Посмотрим, подыщем что-нибудь, какой-нибудь оплачиваемый паркинг за деньги. Там, неважно, 100-200 километров не доезжая Леона. Это уже большого значения не имеет. Там в понедельник с утра все можно доехать. Что-то так более-менее спокойно спалось. Но это не сегодня. Это завтра, а то может даже и в субботу. Посмотрим, как будет получаться, как будет ехаться. Как тут со Штау, Германия ж. Жипештау никак. Завтра пятница. В общем, проблемы будем решать по мере их поступления. А пока катим по Бундесреспублик Дойчланд. В Гертеку уперлись. Все, вот видите, едем 80. Чихал он то, что он калейку за собой собирает. Ему приказано ехать медленно. Все, человек едет, выполняет указания руководства. 82 своих едет. Красавчик. Сейчас за поворотом будет видно. РФ гертековский, если будет видно. Ну, вам не видно, но мне видно. Вон он впереди идет. Перед литовской шторой. Ну, 82, так 82. Чего тут? О, магия чисел. Берлин, 82. Нет, я все принимаю, у них там ограничения скоростные, все. Мы, блин, 75 едем уже по автопану. Вы просто не увидите в зеркало, какая за мной галейка уже собралась, уже до Швецка. Ему уже в рацию кричат, говорят, стань покури. Сзади. Ну все понятно, но ограничения, 82, ну не 70 же 5. От 75 до 80 быстрее он не разгоняется. Ничего не понимаю. Что, в чем прикол-то? Ну тут понятно, осталось-то потерпеть-то уже немножко. Как бы мне-то пофигу. Ну просто ты такую толпу людей за собой собрал. Говорю, я 85 еду, переживаю. Больше не буду переживать. Все. Трудом какой-то. Уже до такой степени экономит едет или что он делает, я не понимаю. Но он не отзывается по рации, ему тут кричали, он не отзывается. Ну, в общем-то, тут 12,5 километров осталось. Нам потом вся эта толпа сзади как понесется, зажигалками забросают. И я когда в своей самой первой фирме в Швейцарии ездил на этом семимесячном мане, 190 кобыл, из них там 100 в поле, из этих оставшихся 90 там 45 хромых. Я когда тоже медленно там ездил. Ну, он просто быстрее не ехал, этот ман. Потом швейцарцы просто обгоняют по сигналу, а что тебе надо? Он зажигалку показывает. Типа, спали. Я говорю, да базара нет, я бы спалил. Так же и здесь. Закидают зажигалками пацана. Шторков. Злачное место в старые времена были. Купи-продай. Когда еще граница была с Польшей, когда вход в Германию был 200 литров. Ой, какая там эсэсский автохов. Уже, может, тоже рассказывал, но повторюсь, ну там, съезжаешь там, автохов эсэсский. Эсса заправка. И это, какой там бизнес стоял там. Продам, куплю там, кто рискнет, завезет там в эту Германию. Потом продают здесь, те, кто за наличку покупают. Тут вообще, че тут? Вон, смотрите, видите, зеркало, что делается. Да шведская колейка уже точно собралась. Да, были времена.
тоже едешь, там лишняя соляка, что это делать? Ай! Короче, рискуешь, рискнешь там, завезешь нормально. Над Берлином дожди. 80, вот, все, вот 80. Уперся. Народ, я представляю, на всех языках, ну, в основном на польском, конечно. На польском, на литовском, на русском. Сзади едет, ругается. Мы сейчас будем Эльбу переезжать. Она, получается, оттуда течет там через Вроцлав. Вот сейчас здесь пересекаем и туда Магдебург. Ну, а дальше я не знаю, куда она там течет. Ну, на север. По-моему, она здесь тоже еще уже судоходная, нет? Да, буйки стоят. А там, видите, что-то вдалеке такое интересное предприятие какое-то. Такое ощущение по внешнему виду еще с тех далеких-далеких времен. Может, даже каких-то довоенных или военных, что такое вот, какое-то мрачноватенькое. Что там за хрень такая? Мы уже по девятке катим, уже 66 километров от Берлинской объездной отбежали. Скоро уже и Лейпциг пройдем. Пока вот все, вот солнечных батарей сколько. То ветряки, то солнечные батареи. Вот красавцы. Переходят на эти альтернативную электроэнергию. Ветряков тоже очень много. Все остальное дорого, углеводороды дорогие. Пытаются брать то, что само дается, и использовать в нужных целях. Район Дессау проходим. Вот Лейпциг, вот чуть-чуть осталось, недалече. По немецким автобанам тут особо-то и снимать-то нечего. Ну, автобан. Тут сейчас вот до Лейпцига ровно такая равнина. Дальше уже как за Лейпциг туда пойдем южнее, там уже начнутся такие вот вверх-вниз. Ну и соответственно потом на шестерку уйдем на автобан. Там тоже можно четверкой-пятеркой пойти. Блин, там через Эрфурт вот так вот на Майн и туда вот выскочить на пятерку. Нам в любом случае на пятерку нужно. Но, блин, там четверка гористая. Такие тягуны там хорошие. О, Лейпциг еще 70. Ну, это по 14. 70 километров еще, часик меньше. Шестерочка, она поровнее. Но там, правда, движняк больше по шестерке. Там вся Восточная Европа по ней идет. Через Чехию. Там чехи, словаки, румыны. Ну, и все остальные братья меньше. Восточные. Пойдем все равно по ней. Не, четверка не очень. Хотя она широкая. Сейчас там ее трехполоску сделали. Или почти вся трехполосная. Куда уже? Я там не помню, там сколько километров. Может, даже не помню. Там 70, может, 80 остается до сливания с пятеркой. Там уж двухполосная начинается. А так, она вся широкая. Пойдем традиционным маршрутом, менее гористым. Здесь таможня Дессау. Вот ни разу на ней не таможился, не растамаживался. Но здесь есть магазины, здесь есть. Сюда за магазины заезжал.
туда едешь, так потом там по кругу, там, ну, есть где машину поставить. Куча всяких. Ну, Kaufland. Чего тут только нету. Строительный, медиамаркт. Ну, мне как бы пока не надо. Мы тут в один заедем, но там по другим вопросам. Но это будет позже, ближе там. Уже туда, ближе к Нюрнбергу. А так, вон, видите, вон машинки стоят. Вот здесь таможня. И вот вдоль дороги тоже машинки кидают. Там дальше можно поставить, так вот по этой дорожке. Ну, есть где припарковаться, в принципе, не критично. Сюда можно заезжать. Знаков тут не сильно все строго со знаками там, с остановкой запрещена. Что в Скании питаю слабость, это понятно. Но еще почему-то к аэропортам или аэропортам, к самолетам имею. Неровно дышу, вернее. Вот сейчас опять Лейпциг. О, Лейпциг-Хале аэропорт. Вон, видите? Все, уже сколько раз мимо еду. Каждый раз его снимаю, я не знаю почему. Вот хочется мне его снимать, и все. Почему такая ерунда? Может, потому что сейчас на самолетах стал летать, вот 2 года назад. До этого, это получается, в 2018 я полетел. А до этого я последний раз на самолете летел в 1989. Почти 29 лет была разбежка между крайним полетом и первым. Не, вернее, ну, тем последним и этим первым. Короче, вы поняли. Да, вот еду, тут аэропорта, понятно. Но вот ни разу не видел, чтобы здесь кто-нибудь взлетал или садился. Как-то тут он, наверное, такой. Движняк на нем не очень большой. Если взять франкфуртский, например, там еще что-нибудь там. Что пищит? Главное, чтобы точно прибор не пищал. Все остальное фигня. Точно прибор Арбайта. С брюссельским, с амстердамским там сравнить. Вот, с франкфуртским. Ну, конечно. Что там, Франкфурт, я не помню, какое он там место занимает. Третье или пятое в мире. Ну, что-то такое. Вот. А Лейпциг, что тут? Ну вот, взял, закрыл аэропорт, ну. Оляк. Вольво, 500 кобыл. Вон, стоят. Это уже грузовой терминал. Вот мы еще одну гиртеку догнали. Ну вот я скажу, я за этим уже давным-давно ехал. Вот я 85 иду на круизе. И вот только сейчас я в него уперся. То есть медленно-медленно к нему приближался. От того, как вспомню на этом 12-м автобане. 75 ехал. Ну чего? Что у него написано такое интересное? Викар что-то, хофф, что-то драйвинг. А, как бы и камера нарисована, типа. Якобы все вижу, камера стоит. Если попробуете скрыть, я все увижу. Ну, у него, видите, это специальная эта штука. Не знаю, как называется. Вот, ворота держат, прилепляют, и все, и ты уже. Даже если захочешь, в прицеп не залезешь. Так, что-то я совсем близко к нему прижался. Тут маленькая рядышком.
Все тут 80 увидело, 90. Сборки не дает обогнать. Ну ладно. Перевязано, может, что-то с ногой, что-то не то, коллеги. Обойдем его уже 90, чтобы, так сказать, все равно он будет медленнее ехать. Все, и дальше наши 85, круиз. Шлепаем. Что случилось на встречке? А нет, ничего не случилось. Нет, случилось. ДТП в 30-м ряду. Пока эти, даже еще полиции нет. Дорожники тут. Все регулирует флажками. И сразу же пошло штау собираться. Сейчас оно здесь соберется очень-очень быстро. Вот одну полосу перекрыли. Вот такой поток транспорта. Уже же все повылазили с карантина. Уже все, все едут. Сейчас засекем сколько. Ну, я думаю, что здесь не детский такой будет. Уже собралась не детская. Я думаю, дальше еще будет еще хуже. Так, ну вон машинки подъезжает. Пока где-то километра полтора. Ну, сейчас будет все больше и больше набиваться. Соберется здесь пробочка. Штау — это не Германия, поэтому вот тут небольшое еще, уперлись на ремонтике. Остался час, пора уже и о паузе задумываться. Но через 32 километра, я смотрю, мы будем 4-й автобан пересекать, и там есть довольно-таки большая парковка прямо за автобаном. Сразу поедем туда, там заправка, рядом еще большая стоянка. На заправке места немного, а стояночка так чуть в стороне, там тихо, спокойно, можно будет пообедать. Смотрите, ветряков сколько, обалдеть. И конца и края, и туда, вон влево их очень много, и вправо. И прям по курсу. Молодцы немцы. Энергию ветра, энергию солнца пытаются использовать по полной. Девяточку модернизируют. Модернизируют девятку. Асфальт. Вот наша развязка. 35 минут осталось, дальше не поедем.
правее беремся. Нам по прямой, по девятке нужно дальше вниз, туда, на Нюрнберг. Вот сейчас возьмем правей, а потом левей. И поедем парковаться. Будем баллон доставать уже. Начнем кашеварить, пока дождя нету. Картошку с контрабандным салом разогреем на новой сковородке. Ой, обновим. Франкфурт Майн, четверочка направо. А мы вот сюда вот. Не совсем левее, вы немножко не понимаете, куда я еду. Проедьте 190 км. 190 это вот до 6-го автобана. Вот нам еще по шестерке, по девятке ехать. Кашеварим. Тут в этот салат горошка. Добавим вот этот контрабас весь. О-о-о. И все. И будет нам счастье. Не буду вам обочину показывать. Хотел с этой стороны разогреть, но обочину показывать не буду. Обед, мало ли кто, тоже кушать будет. Свиньи есть везде. Если вы думаете, что мы в Германии, здесь нет свиней, здесь их не меньше, чем в других странах. Ну, кто? Сами же коллеги. Сами же, извиняюсь за выражение, гадим там, где спим, едим и так далее. Ай, ладно, так, все, гуд, готово. Сейчас мы это все дело сюда выкладываем и вперед. Водичка там уже закипела на чайник, на чай. Я сейчас уже перестал в баллоне. Я сейчас там грею, заливаю, и огонь получается. Погнали кушать.